Видимо, такая замена в составе ЦСКА, то, что касается линии Бордо. Оп, кто у нас вышел? Файзулаев. Звездочка, РПЛ, Роша. И желтую получил полузащитник родины Уэсли. ЦСКА, говоря о том, что Стамир Гордюшенко, он воспитанник ЦСКА, но, между прочим, вот так во втором тайме завелся, и его игра преобразилась. Если вспоминать первый тайм, Фищенко ничем особым не отметился. Нет. К сожалению. Ну, он ключевой. Просто, я так понимаю, он после травмы. Было бы, наверное, здорово, если бы так, удар в сторону ворот. Между прочим. Сделав свадьбу в Объединенных Арабских Эмиратах, в паузе между одним сбором и другим. Федор приближается к штрафной, там забегание Файзулаева, мяч приходит к нему. Который тебе нужно доработать, начиная с тактических, заканчивая функциональными, по ходу микроцикла. А зачем подходить в условиях небольшого, так сказать, утомления к чемпионату? Мне кажется, это... Здесь вот в центре поля, выйдя на замену, как говорится, порядок наводить, да? ЦСКА, возможно, свою последнюю атаку проводят в этой встрече. Подача, там нарушение было правил за футболку футболиста ЦСКА. Файзулаева схватили. Да, это пенальти. В самом конце матча, за какие-то секунды до финального свистка, 4-0. ЦСКА побеждает в этой встрече.